Всем привет! Сегодня 8 мая. Вот дождик льет и льет. Такая погода. Сейчас будем смотреть птенцов желтеньких. Неделю назад смотрел. Посмотрим, как подросли. Сейчас залезу. Сейчас глянем, что там за неделю произошло. Вот такие крокодилы уже выросли. Наверное, вылетит на днях. Вот один уже кольцо снял, вот, который самый маленький был. У этого висит. У этого на месте. Один вот говорил, который легко залез. Тут и снял. Ну, уже большенький, он скоро летать начнет. Вот за неделю так подросли. Куда попер? А этого тоже. Так, этого на месте. Один вот снял, все, я понял теперь, как он. Если туго идет, значит нормально. А вот у которого легко, значит все это нужно на следующий день лучше делать. Блин, куда ты лезешь? Сделал клетку еще одну. Вот. Садил туда самцов молоденьких, чтобы они не споровались с самками. Начинают линять, но они уже поют. Лучше отсадить. Вот, а эти у меня здесь. Такая клетка получилась теперь у меня. Тут тоже потом подкрашу, беленькая, красивая. Ну, только что их пересадил. Сейчас адаптируется. Смотрим, кто у нас тут синенькая самочка. Все никак не загнездятся, ждем. Вроде они хорошо так дружат. Летают вместе все, но пока яиц нет. Он смотрит на меня. Вышел сейчас быстро под дождиком, сорвал пару одуванчиков, грызут. Проверяют жердочки новые.
железку, там синий подорожник, одуванчик. Нет, он пророс лопы. Краснички, и он налетели. Самочка, наверное, приготовилась сейчас. Птенцов пойдет кормить. Или самец смотрит туда. Вот от этой пары там птенцы. Сам самец подлетел. Зарычали птенцы. Все, я сейчас пошел кормить. А, это самочка залетела. Самец сидит. Хочет кормить что-то. Ну сейчас вытаскиваю, он их вроде забыл вообще, набитый полностью. Все, отдыхает птичка. Прилетел витамишек поесть. Тишина такая вечерняя, то орут, поют, пищат, прям тишина такая, отдыхаю. Температура 26 градусов, стало тепло. Которых отловил только что самцов, полезли кушать. Четыре брата акробата. Ну, пошли кормить, кто там залетел, самец залетел. Вылетит уже, наверное. Не помню, какого. 20-го, по-моему, вылетели. Сегодня у нас 8-е. 18 дней. Плюс-минус 1-2 дня, может, кто там раньше, кто позже. Да, которого кольцо слетело. Наверное, он последний вылетелся. Теперь буду хоть знать. Можно не по дням, а так я знаю теперь, как по лапке видно будет, слетит, не слетит. Потом буду чистить в домиках.
Найду, наверное, это колечко. 26 градусов. Зернышки там поубирали. Ну и втихаря тут таскает. Он только дал уже, считай, по пол листиков ободрали. Плетает прям за обе щеки. Форму вообще не хотел есть. Че, папашка накормил. Пошел еще ему. Яичек поест, сейчас еще будет кормить. Поить хочет. Все самое вкусное выбирает птенчику. Ну все, на этом все. Завтра, может, если будет время, еще что-нибудь сниму. Все, всем пока.